Я бегу зеленый марафон. Для того, чтобы ваш бег был правильным, у меня есть два очень простых совета. Выберите правильную цель. Если вы никогда не бегали, то ваша дистанция – это 4,2 километра. Если вы готовы интенсивно потренироваться, то десятка. Если вы уже бегаете, то 21. Бегайте медленно, в том темпе, в котором вы можете разговаривать. И ваш разговор не сбивается. Потому что если вы бежите и не можете разговаривать, значит, это не ваш темп. Удачи и увидимся на зеленом марафоне.